На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Захарова Эвелина. Мне 11 лет. Живу в городе Волгограде. Мое стихотворение «Ожидание праздника» Людмила Громова. Не дают лежать в кровати солнце теплые лучи, и чудесный запах сладкий пахнет медом в лучи. И еще не сняв пижаму, побежал на кухню я. Там яички кратит мама, смотрит нежно на меня. Утро доброе, сынок, долго ты сегодня спал. Хочешь, плеча кусочек? Тебе можно, ты же мал. Я ответил: интересно, а мой возраст тут при чем? Я хочу со всеми вместе поделиться куличом. Обняла меня мамуля: ты уже совсем большой, так что мы тебя, сынуля, ночью в храм возьмем с собой. Улыбаясь милой маме, я сиял от счастья весь. Крикну я сегодня в храме громче всех: Христос воскрес!